Привет, с вами Адуки и Владос. И мы, ребят, поиграем в выживание. Это мы играли с Кириллом и нечто зашел Владос, как-то не знаю как. Мы сегодня будем вдвоем. Владос, ты где? Я тут, я добываю дерево. Да не иди, ты... Иди, Владос, иди в дом, короче. Хорошо, иду. Вот, Владос, короче, выйди. Здесь я и для... Здесь для огорода блоки, руды и еда. Это все общее. Ну, там есть дерево. А нету? Нету? Ну, поехал добывать. Ты, короче, будешь в шахты ходить и будешь дробосеком. Короче. О, мне это нравится. Да, короче, точки. Ой. Ёпарасоте. Ну, кажется, там делаешь. Я пока что поехал ферму делать, потому что нужна еда. Оу, шет. Ребят, Владос, там что-то произошло. Я не понял. Я, короче, скрафтил эту мотыгу. И сейчас надо разровнять место. Я этим займусь. А я помогу. Можно помочь? Да, конечно. Это еще шахта. Нет, короче, где будет? А есть земля в доме. Домик. Опа, 60 земли. Хорош. Все, я поехал. Делать все. Ну, как-то вот так вот. Здесь вот так вот должно было быть вообще-то. Потому что крипер взял вар все. Это пока что, ну, около дома, чтобы все было, типа, очень чисто. Понятно. Хорошо, я пойду добывать руды и полезные ископаемые. Хорошо. Я обещаю, что вернусь и сделаю вам железные сеты. Да. Он точно не сделает. Нет, я сделаю. Ты не сделаешь, сначала ты сложишь. Сложно это найти алмаз, когда повсюду железо. У меня 4 алмаза. Откуда? А там Кирилл был, нашел. Ну, Кирилл, ребят, с Кириллом... Ну, типа, Кирилл крутой, да? Но он спидранец. Ну, реально. Я играл... Очень прикол. Да. Я играл 3 года в Майнкрафт и его до сих пор не прошел. Да я тоже, да просто неинтересно. А, тут уже есть ферма. Да просто как-то неинтересно. Да. Ну просто сначала интересно, а потом уже нет. Просто проходи. А вот выживать это уже интересно. Ну интереснее. Чем что-то. Не пробуй даже... Растопчит грядку, мою грядку. Я ее не растопчу. Здесь. Я топ по ферме. Неподалеку отсюда я сделаю шахту. Ты не против? Да нет. Ребят, я вам, знаете, что обещаю? Что когда-то будет ролик со всей команды. Ну, потому что, ребят, у нас 11 человек. Я не знаю, почему у нас... Больше было. Ну, было. Короче, я, ребят, забыл вам сказать, короче. Димончик ушел из команды, короче. В другую команду. Да, короче. Он нас предал, именно меня. Просто. И он написал, знаете что, я буду скучать по вам. Ну, ребят, да как? Как? Почему именно Димончик? Почему там не Владо... Ой. Да нет. Почему-то не знаю. Не знаю.
И, ребят, хочу новость сказать. У нас еще, знаете, сколько людей еще где не снимались? Ну, потому что... Им лень. Да. Вот Владос, красава. А ты уже, Владос, в каком ролике? А ты уже какой ролик, в котором ты участвуешь? Четвертый вроде бы. Четвертый только? Владос. Да. А, зомби. Зомби этот и два и паркур. Да. Потому что там мы защищаем деревню, там Владос был вообще на середине записи, ушел почему-то. Короче, Владос, поехали. Я еду нашел в шахте. Ну, короче, ребят, мы же свернемся, мы поехали спать. Все, ребят. Погоди, ребят. Так, ну, под... Огорода, еда и огорода, для огорода. Огород. Здесь огород будет и так далее. Надо посадить. Ну, короче, садим так. Садим вот, короче, вот, вот. Так, будет вот это вот. Да. Тебе нужна земля, выравнивая локации. Ты сам все сделай, чтобы было чисто, чисто. А что? Clear, clear, clear. Отлично. Yes, child. Вот здесь вот это будем делать. А тут... А? Что такое? Что такое, кто? Свинья! Быстро спасай его или ее. Я ее буду Пошел, там шахта. Там шахта. Ну, поздравляю, что? О, тут железо. Кажется. Так, можно? Железо. Ну, пойду крафчу двери. Ребят, у меня есть сила. Ребят, у меня, короче, сила такая, чтобы даже мой отец не чувствовал ее. Куда-то свинка пропала. Ты что сделал, человек? Короче, есть идея. Сейчас нам надо едой запастись. Я тебе могу дать 3 свинины, которые выпали. Ой, стой, свиньи. Еще это могу тебе дать. О, хорош. Да не, вообще не хорош. Короче, знаешь, что сделаем? Короче, сейчас, короче, знаешь, как... Алло, иди ко мне, малыш. Короче, убиваем... Да, ты где? Я иду. Короче, у тебя полная жизнь и здоровье. Ну, типа, кушать. Ну, кушать, да. Кушать. Полное? Не, не полная. Короче. Не, окей. Короче, поехали в путешествие. Круглое. Круглое путешествие. Короче. Ну, что, можно оставлю ресурсы? А зачем? Мы же их не потеряем. Ну, у меня просто тут двери есть, и они лишние. Погоди, сейчас проверим, мы их потеряем или нет. Сейчас хочу проверить. Нет, дай проверить, короче. Не потеряем, все, поехали. Keep inventory, game area. Да, вот сюда, короче. За мной ты. Ну что, ребят, сейчас будет быстрая запись. Поехали. Ребят, мы нашли пирамиду, как вы видели. Короче, тихо. Ай! Короче, да нет. Вот здесь. Давай, ломай. Да ты дурак. Можешь собрать весь лут, короче, у меня просто мало хп. У меня реально мало хп. О, тут как раз два седла.
Сейчас, короче, по Я не могу помнить. Ребят, нам один чел, новичок зашел. Рейн! Привет. Да. Короче, а я вам говорил, что у нас много новичков. Все, сейчас поехали отсюда. Давай, сделай лестницу, Владу. Лестницу делай. Да не такая. Владос. И, Владос, хочешь вот это получить по лицу? Давай. А у тебя есть плита? Да. Дай мне ее. Я знаю, как сделать кое-что. Рейн, иди ко мне, короче, Рейн. Получишь... Не, Владос, ты иди. Ну, короче, ты тоже. Смотри, стоите здесь, здесь, здесь. Фуй, бахнуло хорошо, ребят. Ну, освободили выход. Сейчас выходим. Все. Так, а где наш дом? Я... Вот там, да? Да, нет же. Все. Рейн, давай, залезай. Опа, хорошо. Все, поехали в дом, короче. Надо переспать. А то сейчас сдохни. Что? Что? Сдохни. А не надо вздыхать. Ой, вот, ребят, я вам, ребят, обещаю, что когда-то я позову пол своей команды. Ну, почти пол. Потому что... Ну, да. Потому что это невозможно. Опа. Фон. Я, короче, ребят, уже сплю. Вот мы уже вернемся, когда уже будет день. Три. Ой, все, ребят, мы хорошо так поспали. Я, короче... Короче, все в дом быстро, в сбор. Все в сбор. Все в дом. Так, ребят, все обращения на меня. Да вы не смотрите на этот сундук. Очнулся, Владос? Все, короче. Так, кто будет древосеком? Не я. Короче, окей. Хорошо, я буду древосеком. Владос? Я выравниватель территорий. Да нет, ты будешь фермер, а ты будешь копаться в шахте. Понял, Рейн? Все, поехали работать. Отдай костную мутку, пожалуйста. Дай, пожалуйста, кирку. Да иди и скрафь. На. Да ты, дай ему ты такие. Ну да, о, смотри, короче. Ты, же шахтер, да? Смотри. Да. Раз, два. Два. Раз, два, три. Сделай, да? Потом добудешь много железа, много камня, и потом положишь вот сюда, в сундук. Ага. Я, если посрать, даже алмазы найду. Алмазы — это мои. Ок. Где шахта? Ага, хорошо. Вот там. Ну, там видишь, короче. А Дефа, как ты относишься к читерам? Просто интересно. Я? Друг читер. Угу. Я к читерам вообще не уважаю. Не... А, ну да, я тоже. А ты что, читы используешь? Нет. Это хорошо. ЛБ-бан. Фермер фиговый попался. Фермер, здесь что? Должен быть арбуз расти. На нём пшеница. Смотри, какой огроменный урожай. Который я же сделал. А, медь? Это медь, оказывается? Я знаю, что делать. Ой-ой-ой. А, вспомнил. Где земля? Раньше задача. Личку и бабан. А?
Табличку. На. А, вот. Оп. Сюда можно развить огород, сюда. Кирилл, как всегда, все плохо сделал. Нашел. Ой. Шеньки, собаки, все в дом. О, я тут крипера нашел. Это собаки, все в дом. А как мне тут пахнуться? Ребят, чай, о, собаки пришли. Так вот, слушайте. Видите, вот здесь блоки. Ну, там Кирилл все сделал так вот. Здесь блоки, надеюсь, вы умеете читать. А здесь еда. Вот здесь всякий хлам, да. Ну, короче, вот здесь всякие блоки, здесь еда. Но только не зомби. Поняли? И все, и ты, Рейн, пошел помогать Владосу. А брать все? Да, и блоки, и еда разделять. А, только блоки. Ага, а куда руда? А, руда сюда. Дурак. Владос. Владос! Не, вы вообще бесполезны, знаете. Делайте, давайте. Ну. Делать. Ой, ребят. Я уже не могу. Все самому надо делать. Короче, ребят, есть второе задание. Когда уже вы все сделали, берете пшеничку и в наш дом приводите две коровы. Ну, типа каждый по одну корову, короче. Окей, я пошел искать. Ну так и ищи. Кто это? Я уже пшеницу взял. Знаешь. О, я свинью выжил, но это не то, что мне надо. Тебе вообще бы девушку бы надо. Ну, свинья, это как на твой вкус. Я бы вообще тогда с ним, конечно, я с ней не был, но тебе бы посоветовал. Всё. Делаем так. Делаем заборчик. А, я не могу найти коров. Я храм нашел, короче. А, из которого мы прибежали. Так, а гриб... Нину. Ну, типа, уже все распределили. Ну, допустим... Ребят, я сейчас возьму, я поговорю с Чатри. Все, ребят, я поговорил с Владольчиком. Очень вежливо, как кстати. Да, вежливо. А что такое? Завидуйте. Я домой веду к нам корову. Ну и веди. Не вежливо. И поле контору. Хочешь получить бан?
Не хочешь. Не хочешь. Да, ребят, я никогда им не угрожаю. Никогда. Ну, может, ну 100 разочков было. Да не, я не угрожаю. Ты чё, хочешь получить бан? Ой. Да нет, я не угрожаю, ребят. Я просто так шучу. Дедка, ты раньше по идее Роблок, да, снимал? Ты знаешь, сколько игр снимал? Я много что снимал. Сейчас Майнкрафт. Да, потому что Валер посоветовал. Короче, давай переведи. Да, я привел к нам корову. Давай в загон. Или ты хочешь на ней жениться? Ну, давай. Ты хочешь на ней жениться? Давай. Все, будь здесь. Это же твоя жена. Все, поехали спать. Завтра уже, ребят, мы поехали. Ой, это Райна. Это не я сегодня написал. Влад, иди ищи корову. Теперь и ты иди ищи корову. Ты? Еще? Ты что, охерел? Мам, лет. Еще одну жену. Ищи, давай, пошел, пошел. Смотри, как она тебя любит. Опа, видишь? Пошел искать. И я полгода искал эту корову. Да, уже вернулся с бородой. Не, в шахту никто не хочет идти. О, я нашел еще одну корову. Да, полгода. Пробежал 1 метр, нашел. Дядь, куда уходишь? У меня для тебя пшеница есть. Он сейчас сдохнет с этой коровой. Ребят, наш первый дом с Кириллом. Тут факелы стоят. Ребят, мы... Да. Я каньон нашел. Когда тот найдет овцу и приведет ее к домой, тогда мы, ребят, пойдем в круглое путешествие. Смотри, ой, как красиво. Пошел. Я круче, чем крутой. Пошел. Ребят, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Либо бан. Не хотите банчика немножко? Компотика. Иду. Да? Арбуз вырос. Да? Короче. Есть идея. Я не слышу. Короче, есть идея, короче. Погоди, я сейчас тебе ушко все расскажу. Ребят, так вот, вы сейчас увидите, как мы с Рейн и Владосом будем идти в путешествие, ребят. А мы поехали. Ребят, я не знаю, ребят, мы уже будем, думаю, что будем заканчивать. Просто смотрите, что я могу сделать. Раз. Опа, хитбокс. Я отвижу, где он. Смотришь, мне он... Ребят, это мне он показал. Да, это он. Хейтите его. Ты что? Крыс!
Это Владос. Ребят, я, короче, шел, я нажал на плиту и просто все Погоди, ребят, у меня даже нет динамита, да вот почему Владос вышел. Я если что не видел. Так вот, ребят, ребят, и знаете что? Нет, даже метр мы добыли. Сейчас будет. Нет, хай это вот будет все установить. Ребят, кто-то сегодня получит бан. Короче, ребят, я уже выхожу из сервера. А Рейн, он будет все доделывать. Да. Ну, ребят, тогда в следующей серии мы... Ребят, это реально, это точно не я. Я вам говорю серьезно. Я просто случайно нажал на какую-то плитку и... Ну, с вами был я, Владос. Ой, я, Адуки, Владос, который взорвал наш... Пол дома нету. Всем удачи и пока.